Друзья, всем привет, это новый выпуск с чат-рулеткой. Немного вступления записал на новую камеру, но основной выпуск все-таки будет на вот эту старую вебку. Напишите в комментариях, какая камера показалась лучше. Также, если хочешь выиграть или приобрести крутую гитару, то хочу порекомендовать музыкальный магазин Skiff Music. Skiff Music — это живые музыкальные шоурумы в центре Москвы, Санкт-Петербурга и Самары, а также более 60 тысяч товаров на сайте. Ребята собрали огромную коллекцию крутых гитар, начиная от редких винтажных экземпляров из США и Европы, заканчивая новыми крутыми инструментами. Каждый шоурум оборудован гитарной мастерской с профессиональным мастером. На все инструменты действует пожизненная гарантия. А доставка осуществляется в любую точку мира. Но это еще не все. Вот уже более года ребята разыгрывают крутые гитары. Заходи на сайт skiffmusic.ru, сделай покупку на сумму от 2000 рублей, и ваш номер заказа — это и будет лотерейный билет. Кстати, гитары разыгрываются каждый месяц среди покупателей. Так что желаю всем удачи. Применяй мой промокод Николай Попов на покупку и получи 5% скидки на любой товар. Ссылки в описании. Дальше забыл. Прикольно. Вот. Прикольно. О, привет, мужик. Давай минус что-нибудь сообрази там. Давай. Мы с тобой гуляли по лесу. А ты хотела, чтоб я тебе сказал и эти слова и вслух. Люблю тебя. Нормально. А ты на ходу сочинил? Конечно. Круто. Ты минус мне дал, я круто тут у меня. Понял. Я вот, видишь, я слова сочиняю из головы, понимаешь? У меня первая песня была про кукурузку. Угу. Про кукуруз. Я вот сочинил, ребята, которые в Соединенных Штатах Америки живут, они обалдели, как ты так? А минус это про было кукурузку? Вот это. Да, про кукурузку. Ку-ку-ку-пи-пи-пи-ти-поп-ко-поп-поп-поп-поп-корн. Ля-ля-ля-ля-ля. Вот это вот под этот минус. Я минус нашел этот, ну, из фильма «Спецназ». Пацаны в Америке, это шлягер, говорит. Люблю сочинять. Схода. Вот эту песню знаешь? О! Что-то там протирал. Ну, да. А что-нибудь другое? Блин, это я наслышана, но я не знаю слов. Не знаешь, а вот это вот послушай. О, привет! 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 Здорово! Здоров! Подписчики, честно скажу. Какие подписчики? Охренеть. А, вы подписчики, что ли, или кто? Да! Что, серьезно? Серьезно. Да ладно. Серьезно, вот сейчас тебе покажу. Блин, если в ролик попадем, вообще круто будет.
Я тогда бухать не буду. Я тоже гитарист, кстати, я как-то... Я тебе писал во всех роликах. А тут, смотри, три струны всего лишь. Где три струны? Не, вам что-то показалось сверху, тут внутри. Да. Вы показали, что я звук подставил, что ли, или что? Ну, мне кажется, у гитары немножко другое звучание, может. Не туда ударил что-то. Коля, о, Коля, снова привет. Попались. А что вы переключились? Да, попали. Мы не переключались, мы вообще ничего не нажимали. А, да. Но оно, видимо, само сбрасывает. Так что, мы в ролик попадем. Ну да. Можно, не надо. Нифига себе. Слушай, это будет круто. А ты мне писал, ты говоришь, да, или что? Я писал, да. А то я смотрю, у тебя лицо знакомое, не пойму, вроде как где-то я тебя видел, не пойму где. Добрый. Добрый день. Добрый день, да. Ну, я просто, у меня вкусы русский рок, там, зарубежный рок. Вот такую нет, песенку знаю. Назову. Да. Как у меня прямо на полстенке. А, что еще играли? Ну, такое попроще что-нибудь, типа. Да, куртубой. Окей. Курт Кобейн вообще просто вот такую немецкую благодарочку аж просто вот выразил. Немецкую? Ну, он же немец, Курт Кобейн. Не знаю, я не знал, кстати. Он немец по гражданству, ну, хотя пел на английском. Как тебе, ё***, пацан? Нормально. Покажи еще. Да не, это, короче, стой, да ты дурак, это этот, типа, это вот, так что не надо, я не понял. Такой. Понял. Все, давай, понял. Брат, давай, удачи. Привет. Привет. Умеешь вот эту песню играть? Ну круто, круто. Ну эта песня круто, прям на пианино, необычно звучит. А что еще умеешь? Какие еще умеешь песни играть? Это знаешь, слышал, как она. Да,
Сейчас попробуем. Что еще, какие песни? Интерстеллар, да? Мурку сможешь сыграть? Мурку? Да. Сможешь играть эту? Вот это сможешь сыграть? Ну, каподастр надо только поставить. Так. Давай, Палёш, меня, шмеля сможешь сыграть? А ты сможешь сыграть? Нет. Ну, это так, приблизительно. Понял. Хотя я его раньше играл, кстати, с начала до конца. Ну вот это у тебя круто прям получается. Круче, чем у меня, кстати. Вот эта песня. Так. Молодец. Друзья, на самом деле это был мой ученик Максим. Он тоже ведет YouTube-канал. Ссылка на его канал в описании. А если хочешь поучиться у меня онлайн игре на гитаре, то пиши мне ВКонтакте или Инстаграме. Ссылки тоже в описании. И не забудь поставить лайк этому видео. Братан, ты можешь сыграть, пожалуйста, кузнечика на одной струне? Это просто единственное, что я умею на гитаре. А, погибли. От души, братан. Я еще умею не на одной струне, вот послушай, еще могу вот так вот. А можно еще так. Это фингерстайл? Ну да. Я эстетика.
Кто-то эстетика. Кто-то эстетика. Да. Данил Степанов эстетика. Репертуар у тебя каков? Обширный. Ржа можешь? Конечно. Давай. Все, что знаешь, сыграл? Да. Блин, прикол, мы так угадали, что ты знаешь. Нет, закоржа лайк, вообще красавчик. Да, очень красиво. А ты чё, чем-то увлекаешься, кроме гитары? Ну, учишься, где работаешь? А да не, я YouTube снимаю ролики. Вот сейчас снимаю. А можно я свой Инстаграм пропиарю? Радужная. А мы тебе, кстати, тоже сторис сняли, если что. Прости, пожалуйста. Ланька, давай, пока-пока. Давайте, спасибо давайте. Большое. Было круто познакомиться. Давай. Давайте. А вы знаете, что такое айва? Да. Что это? А, это что-то такое на яблоко похоже. Правильно? Правильно, да. Некоторые не знают. Вам показать? Ну, давай, да. Ну, она, правда, маленькая, есть побольше. Сыграй лунную сонату. Спасибо.